Ребята, до стрима осталось день, поэтому подпишись на канал и поставь лайк, а мы смотрим видео. Балдило Маэстро представляет. Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Ваня, и добро пожаловать на новое видео. Вдруг меня сейчас спросите, почему ты опять в биосе, что не так, что это, в общем-то. Итак, сегодня я вам расскажу, что я буду делать. Короче, я сейчас буду ставить сборку, которая называется Windows Aboba. Да, по-моему, Windows Aboba. Только вот эта сборка, она ставится из поддоса, поэтому я сейчас открываю свой дисковод флоппи и вставляю туда дискетку с досом. Я вот прямо сейчас вставляю дискету с досом. И так он у нас, как бы сказать. Так. Во, все. Так. Вот теперь я уже работаю с нормального ретро-компьютера. Не с PCM, а с обычного ретро-компа. Который у меня сейчас на втором мониторе отображается. Так. Это получается, нужно установить специальную версию MS-DOS. Версия 6.22. Вот. И вот эта сборка Windows Aboba, она ставится из-под этой версии DOS-а. Так. Мы просто нажимаем Continue и перезапуск. Так. Вот, все. Перезапускается. Так. Мы просто все пропускаем. Все нормально. Окей. Так. Дверь. Так. Вот снова уже запускается установщик DOS. Сейчас он отформатирует нам диск C, на который будет сейчас ставиться версия Windows. Вот форматинг Drive C. Вот форматинг Drive C. Вот так вот. Я даже не знаю, поставится ли на Windows Aboba видеодрайвер. Ну, драйвер для видеоадаптера, чтобы мы делали нормальное разрешение экрана. Вот, допустим, 1366 на 768 пикселей. Обычно такое разрешение впихивают в ноутбуке. Вот в этом ноутбуке, который я сейчас записываю это видео, там 1920 на 1080. Так, получается у нас 63% копируется файлов. И, кстати, пока форматируется диск, подпишитесь на канал и поставьте лайк. Еще не забудьте подписаться на наш телеграм-канал и на дискорд-сервер. Если что, ссылки внизу будут в описании. Так, ну пока что уже форматирование диска прошло уже все. Так, давайте посмотрим. Так, система определила то, что мы сейчас находимся в 1980 году. Так, давайте выберем страну. По умолчанию у нас стоит США, а тут есть СССР. Ну, правильно то, что... Хотя, подождите, Чехословакия есть. То есть СССР нету, но Чехословакия есть. Так. Все вроде нету. Так, теперь смотрим в раскладку клавиатуры. Так. Получается, тут есть Чехословакия чешский, есть Чехословакия словацкий. Я прямо сейчас не в Чехословакии живу, не в Чехии, не в Словакии, а просто живу в России и все такое. Вот поэтому тут СССР нету. Потому что DOS, он, как бы сказать, он в 80-м году был сделан. Так, нажимаем DOS, так. Так, все нормально, все окей. Так. Ну, пока что обычная установка DOS-а. Я это однажды проверял на своем ноутбуке Toshiba T3100E. T3100E. И на нем DOS активно ставилась и запускалась. Вот тут вот, я даже не знаю, поставится или нет, но оно как-то долго ставится. Ну, понятно, что компьютер-то старый, на нем
процессор старый, и поэтому все старые процессоры, они медленно, ну, как бы сказать, работают. И поэтому вот это вот, типа, жди долго. Так, вот здесь вот я сейчас вытаскиваю свою дискету, затем вставляю вторую дискету. Все, Enter. Снова продолжается установка. А пока будет продолжаться установка, вы можете тут почитать то, что тут написано над шкалой установки. Над прогресс-баром. Вот такой прогресс-бар текстовый. Я напоминаю то, что текстовые вот эти вот штучки, они, как бы сказать, есть аналог MS-DOS, допустим, PC-DOS, 86-DOS и другие, в общем-то, оболочки. Я их дальше не буду говорить, потому что это будет расцениваться как реклама. Так, здесь еще можно кассету вставить. Представляете, я прямо сейчас... Это, короче, у меня компьютер гигабайт, по-моему. Ну, так компьютер называется, гигабайт. И он прям шустрее прям работает. Так, здесь уже вытаскиваю вторую дискету и вставляю третью дискету. Самую последнюю. Во, все. Вставил третью дискету. А вот здесь вот есть упоминание про Windows. Но, кстати, эта версия DOS, она вышла... В буквальном смысле в далеком 1934 году. То есть DOS, она регулярно вышла в 1994 году. И этому DOS уже 29 лет. То есть 29 лет назад вышла вот такая вот MS-DOS, которой вообще никто не пользуется. Ну, за исключением экспериментаторы с Windows. Так, а пока что у нас установка завершилась. Итак, мы вытаскиваем дискету. Все. Теперь нажимаю Enter, чтобы перезагрузить. Так. Перезагружаемся. Во, снова у нас перезагрузка опять. Так, все мы пока что пропускаем. О, а вот, ребята, и MS-DOS. Вот он, смотрите, запускается. Все, MS-DOS у нас запустился. Но чего не хватает? Ведь Windows ABOBA мы будем ставить с ISO-образа, который поддерживает D. А тут D-то нету, смотрите. Я вот приписываю D, и тут пишет, что Invalid Drive Specification. Это значит... То, что нам нужно поставить драйвер для поддержки CD-ROM. Мы просто ставим его. И дальше пишем setup.bat. Все, у нас установился драйвер. Теперь вытаскиваем дискету и перезагружаемся с помощью Ctrl-Alt-Del. Куда? Подожди. Куда он улетел-то? Сейчас, подождите, я его... Так. Сейчас я его, подождите, перемещу. Во, все нормально. Все окей. Так, ладно. Во, у нас... Если вот это вот обозначение появилось, то, что там CD-ROM, девайс, драйвер, что-то там, это означает то, что у нас установлен драйвер. Если такого не будет показываться, это означает то, что у вас плохо установился драйвер для поддержки CD-ROM. Так, что-то я уже отвлекся. Мы давайте поставим Windows ABOBA. Если что, сборка выполнена на основе Windows 95. И затем пишем OEM Setup. Так. Чё? А чё она не запустилась? А ну, OEM Setup. Ctrl-Alt-Del. Чё это такое? Чё это? Ну-ка, сейчас посмотрим по инструкции. Капец, вот я тупой, блин. Надо было вводить не OEM Setup, а просто Setup. Вот. Установка пошла своим чередом.
О, ребята, она запустилась, смотрите. Так, назло пожаловать в прогу расшиповки Windows Abobus. А, это Windows Abobus, а я неправильно прочитал, что это Windows Aboba. Так, у нас с установка Windows Abobus. Ничего себе. Поздравляем, у вас двойка по геометрии. Windows Abobus самая старая, неудобная до предела и хардкорная в жестокости система. Запрещаю ваш Among Us. Among Us. Блин, вы помните такую игру? Ставь лайк, если помните такую игру. Так, превращающий компьютер импостера в САС в руках аутизма. You know. Расшиповка займет от миллиарда лет до сколько? Подождите, какая-то крокозябля лет. Сейчас программа Эдады взорвет ваш купатор на стратосферу. Нажмите кнопку выход. А ну продолжить. Идет подготовка к вычислению по IP. Ну чё, где я живу, блин? Ну чё, где я живу, если вы вычисляете меня по IP? Так, для того, чтобы не читать это говно, нажмите кнопку «Ты даун». Вот короче... Блин. Я прям угораю даже. Так. Добро пожарено. Блин, я прям ржу, не могу прям даже. Мастер расшиповки Windows Abobus, хотя тут установка Windows Abobus, так, не выполнит ваши все действия, потому что я ленивая жопа. Нужные для расшиповки системы на ваш компетатор. Все расшифровка по любасу включает 3 холма. Windows Abobus никак не замщищает имеющиеся на компетаторе версии LogDOS и Shindows. Это реально круто. Так, далее. Выберите сортир. Выберите сортир для расшифровки. Блин, Windows, ладно. Точно лох. Ты лох. Поздравляю, я лох. Так. Хватит уже обзываться так. Вид шизофазии, блин. Я даже, блин. Так, выберите шизофазию и нажмите кнопку выход. Спокойная, обычная шиза, не очень. Уровень психа для хардкорных дебилов. А шиза для шизиков. Хотя я не шизик и не хардкорный дебил, я лучше выберу спокойное. Так, лицензия на говно. Чтобы иметь говно, которое поставляет мастер расшиповки, нужно иметь код взлома, который мы вам не скажем, лол. Если серьезно, вот он. Ну чё, вводим. Я это не буду прямо сейчас это показывать, потому что вы можете это спалить. Так. Вроде все готово. Жива, да? Откройте это ФСБ! Укажите свой IP-адрес и при необходимости ваш номер электронного кошелька. Да не-не-не-не. Не буду ничего указывать. И IP-адрес, и Kiwi-кошелек. Ну, при возможности могу, конечно, указать. Держите. Вот что написал так. IP-адрес. Ну, IP-адрес это как имя компьютера в обычном оригинальном системе. Анализ кала. Программа установки произведет анализ конфигурации. Это же анализ конфигурации, а не кала. Блин, вот я дурак так. Конфигурация компьютера. Если компьютер обнаружен перечисленными в списке устройствами, установите соответствующие им флажки. Ну, хочу звук и сетевую плату. Так, далее. Идет определение, что у вас за говно комп.
замечание, плохое поведение. 2. Хотя я на самом деле отличник в школе. Разве что 2 я вчера влепил. Так, ну анализ кала 86%. Я прям даже, если честно, вот. Это на самом деле происходит не анализ кала, а анализ конфигурации компа. Вот, 91%. Угу. Ну, 93%. Что не так? Вот что не так, блин? Так, 93%. Вот, похоже, у меня говно процессор, походу. 93%. Капец, это что? Мне придется все долго ждать, что ли? Подождите. Долго подождите ждать? Ну, если долго ждать, я тогда подожду. Наконец-то, ребята, я его подождал, вот этот анализ конфигурации, который назывался анализ кала. Так. Ой, что я, блин, делаю? Так, ладно. Так. Информация не решает ничего. Установка софта для даунов, если вы даун, скачайте хоть одно приложение. Все эти компоненты использует Microsoft Exchange в роли универсального клиента электронной почты. Down Network. Autist Mail. Так. Браузер для даунов. Поставление газет не напечатанных для аутистов. Мы не знаем, зачем мы это сделали, это говно. Так, далее. Компоненты Windows. Ну, понятно, не изменены. Да, я был прав. Сборка сделана на основе Windows 95. Параметры компьютера. Ну, здесь ничего не изменилось. А вот здесь вот изменилось. Системный CD-диск. Системный диск. Ну, давайте системный диск сделаем. Начало взлома. Программа с установки имеет все необходимые данные для начала взлома вашего Kiwi. Чтобы приступить к взлому, нажмите назад. Ладно, далее. Спасибо за покупку CD-диска за миллион рубль. Что? Ой, за миллион рублей. А вот если ты хочешь выйти из остановки, жми Alt F4. Мы видим красочную надпись, вот эту вот эмблему, вот эту Windows Abobus. Только почему Abob написано что-то серым цветом, должно быть красным написано. Может, это потому что это темная тема, и поэтому вот так вот сделали. Так, ну пока что идет, как бы сказать, копирование. Ой, подождите, копирование. Форматирование, по-моему, диска. Вставка диска. Пометьте диск как системный диск Windows 90... Ну, понятно. Окей. Пометьте... Окей. Кажется, долбал ты. Идет подготовка к вычислению по IP. Добро... Блин! Чё там, блин, было-то? Не удается. Воу! Уже первая ошибка! Пропустить. Просто кэр. Как же задолбал ты. Как же уже задолбал. Повар спрашивает повара. Повар, какова твоя профессия? Оп, давай, давай. Оп, давай, давай. Оп, диджей, зажигай. Старые невозможности. Windows Abobus работает еще хуже и хуже, чтобы ваш комп поперхнулся от перегрева. Я жую любимую жвачку, жую жвачку. Так. Только едно в голове мам, коксу 5 грамм улетет сам в краине запомнение. Вот это вот польская песня, вот это на польскую корову вот эту. Разпродажа на Алиэкспресс. На, только на Алиэкспресс. Блин, вот это вот, вот эти вот песни, которые вот здесь вот, я их сейчас вставлю, блин, в монтаж. А тут
по-моему, пусто. Несовершенствование Windows Abobus привело к понижению вашего ума. Застрелили пистолетом за это, выписали штраф и посадили в тюрьму. Download Windows Abobus 2021 Free ISO Arabic Edition. То есть это образ арабского сайта? Так, what is 9+10? 21. You stupid! Что? Сколько будет 9+10? 21? Ты тупой. Вот это перевод вот этого мема. Шашунга. Великий Кси одобряет компьютер информации системы Windows. Обобус пока что мы не можем сказать. Харман Мбабан РД Чаршафым. Игры для лохдос. Скачать бесплатно без регистрации и смс. Блин. Если что, под вот этими вот пиньин, по-моему, я вставлю иероглифы вот эти китайские, как они произносятся. Это будет бесплатная обучалка по китайскому. Так. 38%. 39%. Я пока, блин, налью кока-колу. А, блин, у меня нет стакана. Пук-пук, пердёж. Пук-пук, пердёж. Блин, я даже не буду это читать. Ладно. Я, пожалуй, поставлю на паузу, как только закончится вот это всё. Ребята, а пока у меня ставится Windows Abobus, хочу сказать, что я сейчас его ставлю на вот такой компьютер, типа похожий на ноут, на самом деле это гигабайт. Ну, он очень похож на вот этот Acer Nitro 5, но он очень-очень похож. Вот, даже все одинаковое. Я прям даже ставлю вот Windows Abobus. Вот. С установкой Windows. Сейчас. Ну да, можешь накладывать. Так, получается вот. Вань, смотри, на ставлю. Ой, хорошо. Так, у нас пока что ставится Windows 95 Abobus. Вот. С установкой. Down Network. Угу. Короче. Пока ставится, я еще продолжу. Все, наконец-то завершилась установка. Ты лох. Понятно. На вашем счете Киви сколько? 3 миллиарда? Подождите, 39 миллионов? Ой, 39 миллиардов? Подождите. 500... Тихо. Получается 39 593 457 рублей. Для того, чтобы установить это говно, нажмите готово. Так, получается, сборка сделана от Медузы, Руслан Бердников, Яко Уорнер 2001 и Артем 155. Знаю этих людей, знаю. Так, перезагрузка компьютера. Готово. Так, быстро. Так. Ну, перезагрузка происходит у нас. Так, все. У нас происходит перезагрузка. Снова что-то пропускаем. Starting Windows 95. Идет подготовка к первому запуску. Ничего себе. Программа установки обновляет файлы конфигурации. О. Блин, я думаю, что она не запустится сейчас. Она запустилась. Ничего себе, она запустилась. Так, идет настройка оборудования и самонастраивающихся устройств Plug and Play. Интересно, ты найдешь какие-нибудь устройства? Так, ярлыки в главном меню. Угу.
выбор часовой настройки холмов установки. Вот правильно, что указал мне нормальный часовой пояс. Участь переход на летнее время. А тут что? Ну правильно, что тут 1980 год. Лучше поставлю... Какой? Подождите. Давайте поставим 1996 год. Все, окей. Так, настройка Microsoft Exchange. Посмотрим. Мы сможем выйти в интернет с этой системой? С этой системы. Можно выйти в интернет? Так. Ну, хотя да, я использовал раньше Microsoft Exchange. Да. Создание папки входящие. Произвести настройку служб. Так. Вот что ты мне, подожди, выдал-то? Отмена. Окей. Готово. Все. Готово. Я нажал готово. Тихо. Установка принтера. Хотя у меня нету принтера. Так. Да нет. Расшиповка окончена. Так, ладно, перезагрузка. Что там, блин, было-то? Так. Во, все у нас запускается снова наш ретро-комп. Снова запускается Windows. Опять снова то же самое с Windows Олегом. Просто привезли прикольчики и увезли опять. Вот, видите, Windows 90. Так. Все у нас запустилось. Добро пожаловать в Windows 95. Так, подождите, я что-то не понял. Импостер. Подождите. А как? Подождите, свойства. Параметры. Неверно сконфигурирован видеоадаптер. Да. Далее. Ну, анализ конфигурации. Так, ну ждем пока что этот анализ конфигурации. Ждите, можно окно перенести? Блин, что-то Windows завис. А, нет, не завис. Ну-ка, Windows плюс R. Слушайте, так система, получается, зависла. Че, давайте перезагрузим компьютер. А, что-то не запусти... Так. Установка оборудования не отвечает. Снять задачу. Все, наконец-то мы убили этот установщик видеодрайвера. Нет. О, кстати говоря... Тут у нас 256 цветов. Так, давайте поставим им больше как-то. Допустим, 1024 на 768. Ну, это супер ЕГА. Ну, так, подождите. А у меня изготовитель. А где тут у нас гигабайт? Гигабайт. Где у нас? Ну, выберу HP. Нет. Ну, сменить. Так, применить. Подобрать тип монитора. Нет. Нет. Все. Перезагрузка Windows. Идет перезагрузка Windows. У нас пока что применяется разрешение экрана. Неверно сконфигурирован видеоадаптер. Ты издеваешься, что ли? Так, сменить тип монитора.
Ну да, подобрать тип монитора. Так, окей. Все, вступит параметр после перезагрузки. Блин, если снова выдадет эта самая ошибка, я вообще не знаю, что буду делать. Вот. Да блин, опять. Так, ладно, отмена. Офигеть, свойство экран. Что нам говорить? Спасибо. Так, мой компьютер. Офигеть. У нас чистая система. Пуск написан задом наоборот. А тут вместо Windows 95 написано Imposter. Дежавю. Help me. Поиск говна. Настройка. Так, документ Redmi. А, ну понятно. Так, интересно, а темы какие-нибудь можно применить тут? Так. Стандартная, так. Ну, выберу вот это вот розовое, применю. Во! Вот такую вот бы систему я бы использовал. Ну что ж, если вам понравилось данное видео, то влепите, пожалуйста, лайком. Ну а с вами, как всегда, был я, меня зовут Ваня. Всем пока, ребята, а я пошел кушать. Ставь лайк и смотри другие наши видео.